Затем губернатор отправился в Дмитриевский район. В следующем году здесь построят один из самых больших в России комплексов по выращиванию крупного рогатого скота. Направление – молочное. В нем будут содержать более 12,5 тысяч животных. Глава региона вместе с руководством агрохолдинга заложили первый камень. Для нас очень важно иметь такую площадку на территории региона. Во-первых, это современный комплекс. Здесь все технологии, самые последние слова техники в сельском хозяйстве, они здесь будут реализованы. Для нас это почти 400 новых рабочих мест. Для Дмитриевского района, для близлежащих районов Курской области это очень важно. Мы сохраняем село.